русский дрил на сцене. Всем здравствуйте. И сегодня мы записываем влог. Блин, не знаю, что сказать. Давай заново. Короче, снова на сцене. И мы уже возле ЗАГСа. Да, это жестко. Как видите. Ой, мама, момент на меня газует. Палочка, что поколут. Как мягко подсказать, он за мной летует. Уе. Ой, мама, момент на меня газует. Ну вот так вот мы прокатились, в принципе, неплохо. Так, все, следующее место у нас будет, не знаю. Скорее всего, Белая Церковь. Как-то так. Как вы прокомментируете расставание с девушкой русского дрика Виктории Секрет? На ней Виктория Секрет, для меня это не секрет. Захожу к ней, выключаю свет, а все... Ну как я могу прокомментировать? Ну, в принципе, я не обижаюсь. И мы просто были друзьями с ней. И все. Как вы охарактеризуете ее двумя словами? То есть, если вы посмотрите туда... Это ТЦ «Планета» или все-таки «Центр мебели»? Куда вы отнесете Викторию Секрет? Мне кажется, «Центр мебели». Охуенно! Оу-оу-оу! Скорее всего. Потому что мебель — это украшение для дома. Skin the color of a park. Прежде всего. Спасибо большое, то, что вы прокомментировали расставание с Викторией Секрет. До свидания. Так, подожди, вот это красное здание, что это? Где? Вот. Не знаю. Короче, мы сейчас находимся возле Тинхауса. Нет, вот это вот красное здание, это Арена 9, если я не ошибаюсь. Там был чемпионат мира по футболу. Чё, еба? Софтбэй против Стенито Мессис, там полетит, это еще там что-то. Короче, мы сейчас поедем по прямой, и нас ждут дальнейшие приключения. Ну вот, короче, мы уже на зеленом лагу, что хочется сказать. Людей тут очень много, потому что этот парк очень популярный. Так, что там еще? По поводу этого, как его, что там? Виктория там, что-то, переписка там, все, еще. Что хочется сказать по поводу этого? Ну, были, конечно, там у нас ссоры там, ну, еще там. Ну, если честно, ну, она там меня немножечко оскорбляла, ну, это так, не совсем. Что еще хочется сказать? Теперь у нее есть... Подожди, про парня говорить. Теперь у нее есть новый парень, который рядом с ней живет. Отношения были нормальные, но потом резко все поменялось. Так, ну, если честно, она меня абьюзила. Хочу сказать по поводу Виктории, что я ее бросил, и она меня недостойна. И то, что я найду лучше в будущем. После расставания моя жизнь улучшилась. В будущем я куплю квартиру в Москве. Тяжелые числа, да легко. Мастер-карт и виза, только голд. Две картинки лидер, целиком. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите больше крутых влогов на велосипедах. Ну и пишите комментарии, понравился вам влог или нет. Всем удачи и всем пока. Пока. Я нашел себе новую девушку. Сколько тебе лет? 11. Девочка Wednesday, с последней парты напишу тебе песню, но не для топ-чарта. Девочка Wednesday.
гордишься тем, что ни на кого не похожа.